Выход в люди. Компания Evian в пятый раз явила миру дизайнерские бутылки с водой. Вслед за Пол Смит, Кристиан Лакруа и Сэй Мияки, Жан-Поль Готье дизайн бутылок разработал Андре Куреш. Презентация бутылок прошла в Нью-Йорке, Париже, а теперь и в Москве в ресторане Ritz Carlton. Господин Кириако, когда и зачем компания Evian начала делать дизайнерские бутылки? Мы начали работать с дизайнерами в 92 году, когда в Альбервилле проводилась зимняя Олимпиада. Мы хотели сделать что-то особенное к играм. А уже с 2007 года мы начали сотрудничать с фэшн-дизайнерами. И первую бутылку сделал Кристиан Лакруа. Вы ее можете увидеть вот там. А сколько стоит бутылка воды от Андре Куреша? Несмотря на то, что партия воды от Куреша вышла ограниченным тиражом, и в Россию поставлено всего 13 тысяч бутылок, цена одной такой бутылки не будет отличаться от обычной воды Evian. Алиса, вот на ваш взгляд, что должно побудить человека купить бутылку воды, сделанную дизайнером мировым? Именно дизайнерскую? Я думаю, что если ты вот эстет в душе, знаете, что такое эстет в душе? Это когда красивый стол у тебя, когда красивые руки, красивые друзья, интерьер красивый, да? Это вот вкупе все. А вы покупали вообще эти бутылки? Мне дарили. А вот если бы вам предложили сделать дизайн бутылки, там Бонаква или Шишкин лес, вы бы согласились? С удовольствием, у меня есть мысль уже. А, какая? Это мой эскиз. Армен, а вот если бы вам предложили оформить дизайн бутылок воды, вы бы как его сделали? Это надо подумать. Но я думаю, у меня получилась бы очень интересная бутылка. Вообще, стало очень стильно. И бутылки из-под воды, бутылки из крепких напитков, кофе, кофейные чашки, тары заказывать у именитых дизайнеров. Это на самом деле очень-очень прикольно. Вы покупаете дизайнерские предметы интерьера, например? Да, у меня очень много дизайнерских интерьеров, именно голландская школа дизайна, особенно на кухне. А кто у вас там, миксер, я не знаю, чайник? Нет, не техника. Это в основном блюдцы, чашечки, ложечки с очень странными и смешными ручками. Ну вот и мне досталась заветная бутылочка. Теперь только я и еще 12 999 человек в России обладают этой уникальной дизайнерской бутылкой воды от Андре Куреша. Выход в люди.